Привет из солнечного города Сочи. Продолжение моего похода по магазинам. И посмотрим цены. И я вам сейчас, кстати, зайду, покажу Бургер Кинг. Пройду через него. Покажу вам. И потом еще зайдем в центральный магнит. Очень красиво, кстати, оформление. Так, девочки, кто-то меня просил океан рыбный зайти, гастроном. Вот я сейчас вам покажу. Так, примерно, что здесь много всего. Смотрите, как красиво сделано. Пикша 370. А вот, кстати, форель 1600 цена. Смотрите, как красиво. Пельмени 360. Здесь есть и пиво на разлив, видите? Цены разные. Вот рыбки очень много всего. Тарань 95, курюшка 200, мой 84, скумбрия. Ну, здесь по 100 грамм все. Видите, очень много изысканностей. Даже хлебушек продается. Очень много всего. И вот даже вот такие вот есть грибочки, огурчики. Интересно. Прямо в этом, возле магнита, который магазин находится, вы меня просили поснимать. Окунь 640, 1300, форелька. Видите? Очень красиво, кстати, здесь сделали. Симпатичненько. Но цены не очень сказали снимать, но я вам так чуть-чуть хотя бы. Креветки разная цена. Вот эти вот, смотрите, по 1200, да? Большие королевские лангусты 1500. Вот так вот как-то, девочки. Как-то так. Очень много разной рыбы. Очень много. Камчатка, Сахалин, видите, отовсюду привозят. Спасибо. Так, сейчас мы с вами идем в магнит. Вот в Бургер Кинг можно здесь зайти, а выйти в другом. Здрасте. В другом выходе. Вот, смотрите, так. На себя. Вот Бургер Кинг. Кто любит Бургер Кинг? По-моему, все дети обожают, да? Ну, везде одинаково, в принципе. Я сейчас пройду просто вот мимо. И выйду вот в другой. Где выход? В другой двери. Видите, здесь можно и на улице посидеть, и внутрь посидеть. А мы с вами были вот там. Ну что, идем с вами в магнит, да? Школьники со школы выходят. Тут, кстати, рядом школа. Теперь идем с вами в магнит. Мне надо там немножко подкупить овощей. Борщец сварить вкусненький. Подзакончилось. Сейчас возьмем тележку и пойдем в магазин. Ну, немножечко тут сейчас по ценам пробежимся тоже. Полотенчики махровые по 600 рублей. Вот разные размеры. Кстати, неплохие вот эти полотенчики. Я брала здесь у них 600 рублей сейчас по скидке. Большое. Нам нужно в овощной. Здесь тоже, кстати, есть посуда. Давайте посмотрим, что здесь есть, да? Так, примерно. Тоже полотенцем.
Я здесь брала тарелочки. Вот, кстати, неплохие. 420. Есть такие кружечки. Кружка 270 и пиалочка 419. Видите? Интересно. Вот, кстати, здесь тоже кружечки вот эти есть. Мы с вами там могли посмотрели. Смотрите, а здесь дешевле 209. По-моему, да? Кстати, очень даже неплохие. Но у меня все черно-белая посуда. То нужно тогда все менять. И тарелки покупать салатовые. Я покупала, кстати, здесь вот эти вот тарелочки. И вот такие пиалочки. Смотрите, как красиво, да? Family Villa. По 179. Керамика. Кстати, керамика. И чьи они, интересно? Россия. Город Калуга. Кстати, неплохо. Вот эти вот подсуп. Смотрите, да? Немножко. 183 рубля. Их не было. Вот они появились точно. Ну, тут стеклянные как-то уже. Это для микроволновки. Я от нее отказалась. Уже лет 10 у меня микроволновки нет. Я не люблю это все дело. Так, яйца. По 259. Ну, яйца всегда нужны. Мы их возьмем точно. Пригодятся. Смотрите, как раков интересно продают, да? 1600 рублей. Смотрите, какая красота. Я что-то такое не видела. У вас есть такие в магазинах раки? Интересный вариантик такой в баночках. Открыл, когда гости придут, например. И прекрасненько, кто любит пивко там, да? Шикардосненько. Интересно, интересно. Вот эта рыба хорошая, матис. $229. Красная рыба, сельдь филе, 100 рублей. Наверное, уже срок годности, не алё, да? 5-10-23. Ну, конечно. Уже все, девочки. Представляете? По 100 рублей. Ну что, это же все. Какую-то, наверное, надо рыбку взять, что ли? Селедочку кусковую. Вот, например, да? Можно такое взять. Сейчас мы посмотрим цену на красную рыбу. 670. $419 форелька. 239 ломтики. Знаете? Давайте посмотрим, почем клубника. 259 рублей. Кисловодская ягода. Ну, я думаю, полкило здесь где-то. Ну, неплохая, кстати, можно взять. Я тут уже набрала все на борщ. Что тут еще у нас интересного?
Так, сейчас я вам покажу, почем здесь огурцы и помидоры, да? Помидоры розовые 229, сливовидные 189, огурцы по 77, но уже вот такие вот. А вот маленькие есть по 109. Но мне не надо, я брала на базе. Просто для вас цену хочу показать. По 159 на веточке. 4. Угу. И желтые по 109. Желтые по 109. Так, едем дальше. Пока на сейчас время, у меня пока, видите, на борщ все беру. Майонез тоже взяла. А что у нас здесь? Посмотрите. Кстати, вот очень вкусная. Кто любит виолу, вот такую. 189 скидочка, да, сейчас. Сырые. Моцарелла по 70-50. Сулугуни 69. Вот такой вот. Луговая свежесть. Угу. Сырые. Сейчас мы посмотрим колбасную продукцию. Мираторг. Балыкова. 119. Видите, вот это по скидке. Колбасно варено-копченая. Колбаса. Я не люблю с жиром. Не нравится. Черкизовский. Это вот московский. Московский вообще брать нельзя. Там заводы такие нечистые по изготовлению колбасы. 139. Это у нас Дым-Дымыч. Сырокопченая. Кстати, вот такую я, по-моему, не брала. Смотрим. Как же все везде мелко, девочки, написано. Россия. Ну вот, Саратов. Возьмем такую, кстати. Саратов можно взять. Так. Сочинская по 569. Что еще тут есть? Рулеты. Мираторг. Сервелат финский. Вот, кстати, финский раньше был очень вкусный, с мраморной говядиной. Но почему-то, девочки, он тоже 169. Наверное, срок годности уже все. Да? Ну-ка смотрим. 7-12-23. Ну, по декабрь. Месяц где-то остался вот этой колбасы. Может, и можно взять попробовать, да? Ну-ка. Что больше нигде не написано? Или лучше сочинскую? В общем, выбор тяжелый всегда. Вареную лучше здесь не брать, а брать вот там, вот на витрине. Так, сочинская вареная, а вот это с жиром. Ветчина купеческая, я такой вообще не люблю. Ладно, значит, из варенья. Девочки, мужчины. Так, что нам еще надо? Сыр. Вот смотрите, здесь вот всегда на витрине более свежее все. Понимаете? Я недавно сыр взяла, поэтому я брать не буду пока. Здесь очень вкусная продукция в этом магните. Ну, во-первых, естественно, тут свежие всегда торты.
Пончики 169 рублей я брала. Сейчас мы не будем брать. Вот, кстати, очень вкусный вот такой вот торт. Панчо с вишней. Но тоже пока брать не буду. Брала много раз. Дети приезжали, тоже понравилось. Вот, кстати, здесь очень вкусный вот этот багет с чесночком. 79 рублей. Булочки всегда вот свежие здесь. Так, смотрите. И тут и пирожки, и пончики, и что только нету, короче говоря. Не знаю, что нам взять. Багет, что ли? В общем, кто со мной согласен, что раньше, когда нам подавали у прилавка, мы брали меньше. Как только нам позволили набирать самим, все. Зашла купить чисто на борщ, а в итоге у меня уже полкорзины. У кого так? У кого так, девочки? Представляете, что происходит-то? А вот так вот происходит всегда. Вечно нам что-то хочется. Так, нам нужно еще купить томатную пасту на борщ и рис. Обнаружила, что у меня его вообще нет. Сейчас посмотрим. Так, гречка 99. Ну, вот такой вот возьмем пропаренный. Пропаренный рис. И томатную пасту. Так, соусы грузинские. Я остро сильно не ем. Так, это что? О, соус хреновина. Вообще такой не ем. Интересно. Еще в томат. Такая-то что такое? Давайте почитаем. Соус томатный с перцем чили. Все такое какое-то острое. Прям. Так, давайте еще здесь посмотрим, что у нас тут. Какие-то наборчики выставили. Вот такой 240. Бархатные ручки. Камей 279. Дав. Смотрите. 260 рублей. Сейчас я вам покажу. Антиперспирант и крем. Пойдемте в готовый. Для рук. Интересно. Восстанавливающий Алтай набор для волос, шампунь и бальзам 200-300 рублей почти. По 600 рублей вот такие наборы. Tokyo Blossom. Парфюмированный набор для тела. И вот такие Botanic. Ну, по 300 рублей где-то. Смотрите, я тут нашла клубнику по 300 рублей замороженную. Ну какая она здесь большая.
сейчас покажу. Смотрите, какая красивая здесь клубничка. Видите? Не то, что вот я взяла. И она замороженная. Для компотов. Да. Черная смородина 469. Клубника 300 рублей. Написано. 300 рублей, да? И даже есть клюква 500 рублей. Очень, кстати, хорошая. Вот я думаю, может мне взять. Или потом взять. В общем, так вроде все уже есть. В общем, багет девочки не удержалась. Короче, взяла. Идем на кассу. Посмотрим, насколько у меня получилось. Общий чек. Вот это вот все мое. Ну что, друзья, сходили мы с вами в Магнит за борщом. В итоге я вам сейчас чек покажу, насколько у меня получилось. Так, вот как всегда, вот эти бумажечки мешаются. Значит, общая сумма у меня вышла на 1900 рублей. Так, вот здесь вот. Вот. Что у нас получилось? Картофель белорусский. Фасованный. Дальше кефир один, рис длиннозерновой, дальше яйцо столовое, лук репчатый, колбаса, вы видели, клубничка, дальше сыр виола, хлебушек, который вот этот багет с чесночком, вкуснятина, капуста белокочанная, селедка, майонез и все. Да, на улице очень жарко, наверное, 20 градусов. Вот даже я вот, кстати, кто не посмотрел, пройдите, посмотрите. Я там расхламляю свой осенний гардероб. Вот вчера нашла, и хорошо, что я расхламила вместе с вами, потому что я даже не помнила, что у меня вот есть такая тонкая ветровочка. Видите, вообще тонюсенькая. И все равно жарко. А в футболке идти, знаете, вот ветер немножко задувает. Так что вот, друзья, цены вы видели. Примерно вам всегда по чуть-чуть буду снимать, показывать. А вот и, естественно, я еду дальше. Сейчас буду стоять в пробке. И сегодня я посмотрела объявление. Наш мост, оказывается, будет ремонтироваться. Я думала, до конца октября. А он будет ремонтироваться до конца ноября. Друзья, вот скажите, пожалуйста, 2 месяца. Ну, что сделать? И вот, кстати, я была на педикюре, девочка, она ездит с Головинки в Лазаревское. Я вам показала небольшое помещение. Она берет в аренду это помещение за 15 тысяч рублей в месяц. И она с Головинки ездит сюда на работу, на свою, зарабатывает, делает только маникюр и делает только педикюр. Что еще хочу сказать? Семья переехала с Ростова 6 лет назад, муж, жена, ребенок. Девочке 32 года, вы там ее увидите. Вот, симпатичненькая такая девушка. И, кстати, вроде сделала все мне аккуратно и прекрасненько. Поэтому, друзья, вот видите, и многие ездят. Дорога одна, поэтому я стараюсь там как-то объезжать. Естественно, я еще объезжаю по улице Адаевского и выхожу вот где Магнит. А если стоять, вот как все машины стоят по Лазареву, по улице, это все. И выезд с Калараш, если на Лазарева, я один раз постояла, 3 светофора или 4 прошло, я даже с места не тронулась, представляете? Вот, так что мы сейчас с вами едем в обратное направление. Будьте, как всегда, со мной. Я с вами. Жазишечка моя сегодня дома осталась, потому что я была на педикюре. Вот, 2 часа где-то. И, как всегда, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии.
Арина, море, Сочи, друзья. А я еду домой в горы. И по-любому через мост. По-другому мне никак нельзя туда доехать. Всех люблю, целую. Пока-пока. Играть мне.